Здрасте, с вами Настя. На улице уже 4 декабря, а у нас до сих пор нет снега. Я проснулась 1 декабря и смотрю на градусник, думаю, ну сейчас, наверное, минус 2, плюс 18. Я покажу, какие я подарки куплю для своих подруг. Да, тут будет и кей-поп, и даже японская музыка. В принципе, первую часть подарка я уже купила. Я заказала в нашем кей-поп-магазине. И я сейчас его покажу. Это разные участники из двух разных групп. Как только я соберу, соберу я уже на этой неделе. И хочу в эту субботу или воскресенье отправить. Я слышала, что у нас на площади поставили ёлку. Я пойду туда и посмотрю. Возможно, даже и кофе попью. Ну, как обычно, ничего не меняется. Кофе, я, это просто любовь. Да. Это 4 декабря. 4 декабря елка пока была не готова. Я пришла рановато, но кофе все же выпила. Да-да, ничего необычного. Это Ставрополь. Это Ставрополь. И тут все в порядке. Просто верблюд. Верблюд. 10 декабря. Я сейчас сначала на пары, потом в аптеку и попробую. Даже нет, отправлю письмо. Если у нас 4 декабря было тепло, то сейчас уже не так тепло. И я умудрилась заболеть. 17 декабря. Просыпаюсь я. Подхожу к окошку. Смотрю, снег лежит. И думаю, ну нельзя было так раньше. 1 декабря, 2 декабря. Нет? Конец. Декабря до Нового года целых 2 недели. А еще только вчера заметила, что я не весь подарок положила. Я была вчера так расстроена. Но ничего. Я в очках, кстати, здравствуйте. У нас так редко снег. Я не знаю, почему не записалась видео, когда я пришла с Wildberries и забрала подарок от подруги из другого города. Но просто гляньте на эту прелесть. Просто посмотрите на эту прелесть. Такая мягкая. Она такая большая. Я туда уже положила всю косметичку свою. Резинка, что ты тут делаешь вообще? Еще и кролик тут. Ну, просто она сказала то, что она меня ассоциирует с кроликом. Спасибо тебе огромное. Вот как это все выглядит уже в готовом виде. Красиво. Двадцать 23 декабря, до Нового года осталось совсем чуть-чуть, а я немножко опаздываю на ногти. И линзы я забыла в Ставрополе. А потом я расскажу о дальнейших планах. Вышла я на улицу, думаю, сниму что, куда и как, в какой магазин, куда, туда-сюда и обратно. Нифига, пока сидела на ногтях, кстати. Мастер, конечно, закардосно сделала маникюр. Мне все нравится. Еще нравится то, что они матовые. На второй руке то же самое. И смотрю я, там погода портится. Там начинается дождь, там начинается ветер. Я такая, ну классно, ну Ставрополь. Вообще зашибись, спасибо. Я зашла все-таки в офис-класс, пока ждала маму. Она мне забрала с магазина. Там коробочка такая вот новогодненькая. А тебе подарочек. Да, я долго искала, конечно. Надо, кстати, убрать ценник. А, ценник уже убрали, спасибо огромное. Такая вот коробочка с трубочками для ванны. Карточка с хендриксами и Минхо. Карточка Хенджина. Карточка Феликса. И карточка Хенджина. Я уже получила подарки от своих подруг. Вчера я получила подарок подруге в Ставрополе. В нее входил вот такая шедевр-картиночка, шедевр Сынмина, и где написано: «Пока меня нет рядом, твоя защита в руках Сынмина». Ну, это по факту. Спасибо. Вот такая карточка со всеми Stray Kids. И вот такая карточка Сынмина. Карточки Ким Сын Мина. Вот таких карточек.
Подруга со Ставрополя подарила еще духи, которые я благополучно забыла в Ставрополе. Я так хотела пахнуть духами, они ж настолько шикарно пахнут, я не могу. Я когда я дома у нее побрызгала, я начала брызгать много, очень много раз. Переборщила слегка, но ничего, мне понравилось, всем понравилось. Спасибо, спасибо и тебе, если ты смотришь. Я надеюсь, что ты смотришь. Вот ты. В большой коробке от подруги с села у меня были чудесные тенюшки. Вот такие тенюшки. Расцветка шикарная просто. Вот такие тенюшки. Они, кстати, блестящие. Они блестят. Они блестят. Я уже, кстати, немножко попользовалась. Много карточек она мне подарила. Очень много карточек. Я их всех показывать не буду. Я просто покажу вам наклейки. Ой, не так. Вот так. Просто шикарные. Скажите, вот особенно вот это вот. Это вот чудо. Я сейчас какие-нибудь наклею на мой чехол. Ну и главный виновник того дня, когда я получила посылку и открыла ее, был вот этот вот шикарный вульфчан. Я хотела его еще... С 21 года. Вот он у меня здесь, в руках, в конце 2023-го. Никто же не обратит внимания на то, что мальчик-хольчик грязный, да? Я хочу просто наклеить наклеечки, что наклею стрипиц. Это да. И что-нибудь и хочу вот это оставить. Смотрите, смотрите, я уже начала круто. Смотрится красиво. Вот еще два добавились. Феликс, ну это я по жизни. Ладин. И это я по жизни. Вот как выглядит сейчас эта прелесть. Я мало чего записала в этот день. Эмоций было уйма. День, да и вечер прошел на ура. Подарочек. Во-первых, я уже вижу. У меня тут моя любимая любовь. Еще я сделала пост с 10 фотографиями, сделанных за год, и записала 2 кавера. 2023 год был прекрасным годом, несмотря ни на что. 2024, я думаю, ты не подведешь.